Приветствую вас на канале Asmodee Play. Продолжаем играть Tomb Raider. Играть, продолжить. Мы только что куда-то вышли там. Давайте-ка посмотрим. Так, это здесь выходить. Ага, из воды. Или здесь выходить из воды. Так. Вот так, умничка. Чего это тут? Блин, не хватает. Ой-ой-ой. Нифига себе. Вот так. Охренеть. Вот тебе и крокодиликус. Так. Что произошло? Сколько времени прошло? Ты не едешь, не звонишь и не пишешь. Ага, воду опять надо убирать, да? Никаких рычагов тут нету. До сюда еще доплыть, то так надо. Это столбик. Так. О. Вижу рычаг. Так, и так-то высокая была, сейчас еще выше стану, да? Вот это что такое? Всего лишь отражение. Так. Вот. Это львиные головы. Ладно, у меня пока выбора-то нету особо. Привередничать, давай, куда? Давай, о, красивенько так. Колонна поднялась, так. Ха.
Смотрим, куда она. Вообще не туда. Ладно. Посмотрим. Может, там развернуть надо эту штуку? Конечно. Может быть и так. Кольцо там какое-то было. Вот так. Так, идем, идем. Блин. Давай. И так, ладно. Допустим, не так. Надо как-то воду, да, слить? Я так понимаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот это-то не обязательно. Вот, поднялась и на том спасибо. Так. Ну почему? Знать бы еще наверняка. Давай, 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 давай. Так. Так, вот сейчас надо отпуститься и туда как-то, да? Вот так. Вот так. На всякий случай, хрен там. Вот. Сюда, сюда. Вот так. Блин.
Ой, сейчас опять такой. Ну ладно, хотя бы я знаю теперь, что делать. Осталось только это провернуть. Давай, 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 плыви. В свое время нажимать. Так. Так. Но я же нажимал. Ой. Вот там никакого кольца-то нету. Вот эта муторность меня вообще. Вот в этом плане говорю, у ассасин вообще вот. Там хоть лестницы в этих всяких падают, чтобы не надо тащиться вот так вот или все заново. Плохо. Вот так. Ух ты, еще реликвия какая-то или что это? Давай. Давай. Вот так. Такс. Так, так, так. Что-то я не совсем понял. Я бы туда хоть как бы не успел. Туда мне точно пока не надо. Где-то какой-то рычаг, что ли, упустил. Контрольная точка.
Так. Но под водой ничего не нашел. Ну там даже прыгать-то некуда. О. Так, до туда-то я не допрыгнул, да? Или допрыгнул? Вот так. Ну, тут нажато. Так, ну пойдем сюда. Надо это как-то зафиксировать. Ой. Взял. Ага. То есть я вообще зря удохнулся, по идее, так-то, да? Так. Вот так. Теперь давай-ка. Мы попробуем. Получится, не получится, конечно, не знаю, как оно должно собираться.
Давай. Это мы поняли. Давай. Давай, 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 давай. Без этого давай. Давай, 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 ползи, ползи, ползи. Ну да и не очень-то и хотелось. Ну, может, хотелось бы и очень даже. Ну только я не собираюсь. Это отражение. Был бы какой-нибудь фиксатор, я бы еще понял. Так, а чего у меня вообще? Давай. На. Вот так. Вот здесь я хочу сохраниться, подождите. Он стоит на плите, может это фиксатор какой-нибудь. Хотя мне опять через него же там надо будет. Что ты мне сделаешь, придурок? Вот так. Все? Тихо, тихо. Нет. Нет. Два свинцовых бруска у меня теперь. Это понять не могу. Нет. Нет.
Да, у меня вот здесь. Ну-ка. Опять туда, что ли? Что мне здесь делать? Я здесь уже был. Ну. Мне тут делать уже нечего. Еще разочек вот так вот пройдусь, посмотрим. Может быть. Так. Да ты-то куда прыгаешь-то? Иди оттянушь. А! Ну вообще не туда. Так же с тобой не весело. Давай. Наверх. Так. Да мать его. Какая ж ты тварь, ты бесячая бываешь. Давай. Давай. Да почему ты падла, ты чё даже там? Вот так не можешь сделать. Вот так вот не можешь сделать. Хуй ты мне это здесь сделаешь? Самое хреновое, если я просто так вот сейчас поднимусь.
ты вообще можешь быть в надежности этой веревки, которая болтается хрен знает сколько годов? Я специально сохраню сейчас. А там-то нету дверки. Подожди, я кое-что увидел. Может, это оно? Оно! Ни хрена, я так просто там болтался. Вперед. Где ты? Ага. Куча копий, куча ножей, прыгать и прыгать только надо. Еще ничего не активировано. Черная. Подожди, повернись вон. Ты мне еще понадобишься, это точно знаю. На. Так. Ага. Thank you.
Ну ладно, давай посмотрим. Только сначала сохранить. Что ты нам? Подождите, ящик я все-таки вытащу пока что. Хреново быть без ящика. Теперь все в движение приведем. Это надо делать быстро. Понятно. Господи, тут еще в кого-то стрелять надо будет. Да, даже с ящика я не смогу туда. Так. Вот это не поднимается. Какой-то секрет тут что ли есть или что? Не понимаю, маленечко. Не туда. Блин, а я за этой хрень даже не хочу идти.
Так, а вот эти-то не опускаются, кстати, смотрите. Взял. Что, я могу идти? Вот так. Да ёж твою мать, ты, спасибо, что подтолкнул. Чё? Подожди. Опа. На. На. Что ты мне сделаешь? Вот и все. Животное. Нет. Панелям возле статуи чего-то не достает. Нет. Нет, нет. Надо что, из свинца золото сделать теперь? Подожди. Вот рука какая-то тут лежит. Вот. Твою мать, это из тех, которые к чему не прикоснется, золотом станет. Царя-то звали Мидас. Последний свинец золота. Господи, какой же ты идиот, что был.
Конечно же. Ну все, поплыли. Реликвии. Ну там шлем, конечно, я не мог собрать-то. На скорость, нахрен мне это надо. Так. Понимаю, почему, по где воздух-то был? Ну тут нету ни хрена. Гробница. Вон она. Давай. Вот. Вот так. Опа. Лезешь? Нет, не пролезешь. Вот так. Опа. Воу-воу-воу. Давай.
сначала сюда. Узнаем, что это за оно. Да. Зря поди сейчас что-то сделал. Ага. Все понятненько. Манипуляции с водой. На, нахрен. Завалил крокодила. Ну-ка. Нет, к тому спускаться уже надо. Ну ладно, хотя бы одного-то завалили. Что-то блестит. Ага. Патроны. Так. Блин, ага, хренушки. Комнатка. Для чего? Нифига, что-то ты какая-то хрень получилась. Посмотрим, вроде пока ничего не теряю. Вы не пошевелились, да?
Так. Давай, рептилия, давай. Вторую рептилию убили. Ну, уже хорошо. Так. Плывет или не плывет? Так. Непонятно. Так. О. Так, так, так. И оп. Так, а что мне эта комнатка-то дает? А, так я даже не в ту сторону. Извиняюсь. Ну, вон туда надо. Потому что здесь вот ящик, я знаю, точно не нужен. Так, и вон тот ящик бы мне еще столкнуть. Просто боюсь. Поплыву, а он меня сожрет. Вот, вот теперь я спокоен. Вот теперь я молодец. Вот теперь себя хвалю я. Вот так.
Так. Так. Уже хорошо. Ну давай поплыли. Куда нас? Вроде рычагов я пока больше не вижу. Ну и все. Будем выползать. Как я уже и говорил. Так, а здесь-то мы что делали? Так, мы вон там ящик собрали. Просто если бы мы его не собрали, нам бы, наверное, ну вот так и пришлось бы. Крокодилов уже нету, можно по идее в воду прыгнуть, но тогда я не достану ящики, мне придется опять все туда тащить, а там ящик не нужен, это я уверен. Лестница была, да? Вон там, блин, еще что-то можно было собрать. Ладно. Не надо жадничать. Можно подумать, я другими оружиями тут пользуюсь, прямо пипец. Вот и все. А сейчас бы я за другим бы ящиком бы туда лез. Подожди. Так, не здесь.
Так, нет, отсюда должен быть выход. Вот так. Смотрим, что нам тут надо-то. Ушла вода. А вот и куда ящики надо толкать. Так, минутку. Мне вот сейчас ящик еще найти надо. Где они? Первый. Ну давай. А где второй? Почему я один здесь только? Где вот эти все бандиты, кто они там? Вот второй. Мне зачем вообще туда прыгать наверх сейчас? Мне сейчас надо вниз. Ну, причем очень аккуратненько. Ну и хрен с ним. Так. Интересно, если бы я в эту яму бы кирпич столкнул, как бы я потом действовал? Блин, как же это все дурно вообще.
Иго. Давай, раскачивайся. Тебе бы в передачу «Русский ниндзя» бы. Какой я молодец. Давай, давай, давай. Вот так. Надо теперь наверх подняться. И... смотрим, как тут наверх подниматься теперь. Так, наверх ты туда запрыгнешь, нет? Почему ты прыгнула туда? Что-то туда прыгнул. Надо было в бок или вверх. Ну давай. Натягивай, тяни, тяни, тяни. Гребаный Бэтмен на минималках. Опа. Ну-ка посмотрим, что у нас здесь. Блин, там по кружную. Ну, спасибо. Век помнить будем. Какие вы идиоты. Подожди. Ну что, один путь. Серьезно? Нахрен.
Нет, надо сейчас вести это. А иначе бы эти штуки бы не упали. Давай, тяни, тяни, тяни. Мать его. Даже не знаю, как там быть. Ладно, попробуем еще разок. Хотя там тоже было неплохо, просто надо было прицелиться поди получше. Так. Вот так. Ну туда-то я точно хрен долечу. Ну давай смотрим, куда нас. Опа. Оп. Опаньки. Полетела. Так, мы здесь уже были. Мы уже научены. Ну давай. Давай, вот так. Система залпового огня. И опять вода. А что у вас все на воду то тянет? Меня быстро пронесло. Понятно, еще не конец. Стоит островок, торчит как поплывок. Глянул на карту, дом Америка. А нет, не Америка, а остров Буян, будь он окаян.
Может, в карте какой изъян? Ну нет, ни хренашеньки. Тогда тут быстрее плак, мало ли кто-то внизу водится. Ага, у меня это все есть. Патроны. И что так строят? Откуда они вообще, эти горные пещеры? Огонь все еще горит. Ты кто, кентавры? Это кто? Это не кент... Это кто? Хрен пойми, кто. Ну, на кентавров, да. Смысл-то тот же. И у этого рука поднята. Так, как мне воротило что-то открыть? Нырять что ли? Где-то что-то надо. Ползи быстрее. Как ты умудряешься застревать-то еще? У тебя воздуха-то и так нету ни хрена. Да. Интересно, вот есть ли человек, который нырять не умеет? Был бы он. Они бы так же бы мутили, чтобы дверку открыть. Вот все. Теперь я крут. Это единоборство показано. И вот когда я все это проходил, как сюда вообще враг мог пролезть, даже если за мной? Здесь покоится царь-бог Тихокон, один из триумвирата, хранителей трех частей наследия, возглавивший избранных после измены, потопивший Атлантиду. Блин, вот и был бы я вором, я бы вон ту руку, которая все в золото превращает, бы просто себе руку бы себе забрал бы, да и все, да и катитесь вы все.
Видите ли, интуиция — вещь недешевая, мадмуазель. Вам она обойдется в обе части наследия. Я не согласна с такой ценой. Будьте умнее, ни одна работа не стоит жизни. Да, ты прав. На. Знаете, я передумал. Держите. Бон шанс. А что-то не помогло тебе это. Ой. Это чего я? Ага, о как. Блин. А если их вообще не убьют, просто свалю в воду и все. Нет, все равно, мне кажется, надо. Надо их убивать. Давай. Мама, мне вот сейчас... Идите. Не, что-то я с ними не хочу воевать. Мне не уплыть, мне в любом случае надо с ними воевать.
На. Воду не падает. Понятно. А как мне вас гасить-то еще? Тут какая-то хитрость должна быть. Жопа нам стрелять, что ли? Thank you.
бумажные. Давай, вылазь. Мимо. Да ё-моё. Да? Вот в воду-то не надо падать.
давай. Мина. Охренеть! Итак, я целый час убил эту хрень, блядь. Оказывается, от зеленого луча можно просто отвернуться. И я их вроде крюком цеплял, только я не понимаю, где кого как. Ну я, блин, накувыркался, мама, не горюй. Целый час на них потратил. Надо в интернете смотреть, как их правильно убивать. Ну, блин, я вот от луча сначала прятался в воде, потому что он был опасен. А потом, оказывается, просто когда отвернулся, заметил, не действует. И крюком я их цеплял, там, видимо, это щит вот этот, который они выдирают, бить, это ты брать можно. Ты осквернила силу наследия, предав своих царей. Ты разбила священный триумвират Атлантиды. Ты уничтожила Куалапека, своего родного брата. Я все еще здесь, тварь. Тихо, как покончил с твоей изменой. Но мое лицо ты будешь видеть в ночных кошмарах. Чем ты можешь оправдать себя? Берем. Охренеть, да, действительно, я напрыгался, ё-моё. Реликвии, да, они нахрен не нужны. Так. О. У меня еще оружие все. А я вроде бы там их все потратил. Ну ладно. Вот так вот, где-то кого-то я там цеплял. Что за херня? Почему так высоко и сразу? Так, ладно, смотрим, что у нас тут есть. На. Так. Но чувствую, мне от этого легче-то не стало. Ага, ну вот. Давай, давай. О, вроде кирпич можно тащить там. Ну-ка. Давай. Не-не-не-не.
Патроны-то у меня пока все есть. Вытащится. Вытащится. Ну и что у нас еще тут есть? Так, предположим, я. Туда, оттуда, туда прыжу. О, блять. Ну давай. А раз нам в такую круговую. На правильно. Тут главное вовремя прыгнуть. Давай. Маленько не так. Не отсюда, а вот отсюда надо. Так. Кто у нас тут? Мама не горит. Охренеть. Киса. Стой. Так. Ага, если вдруг. Ну какой вдруг? Мне туда и надо будет потом. Опа. Светло как днем, а блин, не нравится мне это уже оживала хрень такая. Сейчас я размотаю это. Охренеть. Спустился. Тут по-любому должны быть аптечки. Вот они. Не может быть, чтобы тут аптечек не было. Так, ну давайте посмотрим, где я оказался. Блять, там. На веревках опять. Куда-то тащиться. Ага. Дверки. Все, одна аптечка только. Тут где-то только что-то было.
О. Так, ну и в воде что-то должно быть. Сюда что-то вставлять надо. Нет. 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 Надо найти ключи от обелиска. 4 ключа, да? Так мне не допрыгнуть, да? Поэтому путь пока только один. Отить. А там некуда. Все, поднялись. И... Опаньки. Вот так. Охренеть. Ну попроще надо быть как-то, попроще. Подождите, здесь что-то есть. Что я взял? Непонятно, конечно. Может, я и ключ взял. Здесь пока больше ничего нету. Вот сохранись здесь. Там что-то есть под камушком. Аптечка, слава богу. Да, это тебя видел. Аптечка. Блин, такое большое сооружение для того, чтобы открыть одну дверку, представляете? Ну и вот безопасный спуск. Понятненько. Вот они. Все три. О, все 4. Я какую-то хероту поднял там. Нет. Я еще воду не нырял, кстати.
набрали кислорода. Эти твари, кстати, могли бы и там, наверное, бегать. Можно было бы от них там побегать, постреляться. Давай. Дверка поднимется, да? Кто кашляет? Ой. Понятно. Что меня там ожидает? На. И вторая кошка. Хоть я животных не люблю. Но не люблю, когда они на меня нападают. Даже хомячки. Так. Да, уйди. Блин. Ох, 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 какая свирепая. На. Так, еще минутку. Угу. Как все это должно выглядеть? Так, там дробовик есть, у него останавливающий эффект. Так. Единственное объяснение, если мне только в на ту сторону надо куда-то. Ну, так я тоже не вижу куда. А потом выше они поднимут, нет, меня так на руках, на руках. Стойте.
На. Вот так. Что у вас было? Тоже ничего. Понятно. А что у вас-то изменилось? Вы съездили туда-сюда. До этих я не допрыгну. Что-то какой-то порядок, что ли, или что? Нет. Как я понимаю, тут надо, видимо, на скорость. Должен куда-то сюда, наверное, потом отсюда сюда перепрыгнуть. А, ну да, вон он, мать его, вот точно на скорость. А или сюда, подождите, а если я так сюда, потом отсюда сюда. Есть вообще такая возможность? Нет, не допрыгивает. Не залазит, падла. Да и рычаг, видите, все время постоянно в таком. Там все, мать его, понял, там по пажуку же улазить надо. Давай, залазь быстрее. Вот так. Давайте, мне все равно ждать, когда она подъедет. Египтянам делать вот нехер было. Шевелящиеся статуи делать. Так. Ну, а сейчас накрыли этого жука этого. Блять. Это что за подстава подстав?
мать его. Вот так. Грёбаный жук. Нет, все-таки сюда. А то мало ли. Тянем. Нет, тянем. Вот так. Куда нам его тянуть? Что-то перестало затянуть. Так, ну-ка, стой. Завязывал. Ага. Ну, притащил я. Вот так. И вот так. И вот сюда. А внизу что-то есть. Вот сюда, вот сюда. Вот так. Ну что ж, я думаю, на это все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.